Обновленный Тверской цирк начнет работать в 2025 году. Напомним, его реконструкция стартовала в 2023. Подробности сообщили в Росгосцирк. Сейчас на объекте подходит к концу демонтажные работы. Укрепляются несущие конструкции. Устанавливаются оконные блоки, проводятся отделочные работы, в том числе кровельные. У цирка будет новый внутренний и внешний вид. Как сообщил подрядчик, гребенка для кресел в зрительном зале смонтирована в соответствии с новыми требованиями пожарной безопасности. Кроме того, обновлена цирковая гостиница. Строительная готовность объекта к началу лета составляет более 10%. Ввести обновленный цирк в эксплуатацию, согласно документации, планируется в 2025 году.